Всем огромнейший привет! Сегодня хочу показать вам свои вышивальные покупки. Не обращайте на меня внимания, просто я не могу остановиться. Мы сегодня ходили с мужем на мультик, он называется «Зверопой». Там такие зажигательные песни. Я пришла домой, включила плейлист из этих песен. Такие хиты классные, его не перевозили, этот мультик, там песни на английском. Такие потрясающие, я пришла, давай танцевать. Вот до сих пор танцую. Так что давайте в ритме. Танго. Тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут. Покажу вам свои вышивальные покупки, подарки. Вот эту штучку подарила мне моя подруга Залина. Это набор, но в то же время не набор, она собрала его сама. Она большая фанатка Dimensions, как и я. Даже еще большая фанатка, чем я. Она собрала мне все из наборов Dimensions, у нее их очень много, то есть канва тут от Dimensions, все ниточки Dimensions, как надо по ключу, то есть она распечатала мне обложку, схему, так как это раритетный набор, я так поняла, он 98 года, называется Old Teddies Sunset, вот такой, она мне схемку распечатала цветную, так что буду вышивать. Не знаю, когда, может быть, в этом году у меня получится все-таки вышить этот наборчик. Вот, то есть она мне все-все-все сделала, как в оригинальном наборе. Так что, вот так вот. Это моя вышивальная подруга, мы с ней познакомились благодаря моим видео. Она живет в Краснодаре и частенько ко мне приезжает. Мы с ней вышиваем вместе, болтаем обо всем на свете. Вот она ко мне обычно приезжает на выходные, берет с собой вышивку на пластиковой основе, ну, чтобы не тащить с собой что-то там большое на станке. И заразила меня, вышивает всякие штучки такие прикольные, тоже от Dimensions на пластиковой конве. Так что я тоже купила. Я вставлю вам картинку, какую она вышивку уже успела закончить на пластиковой конве. Я, правда, купила не прозрачную, а белую. Видимо, надо было купить все-таки прозрачную, ни разу еще не вышивала на пластиковой конве. Все магниты я либо на обычной конве вышивала, либо на перфорированной бумаге. Ну вот попробую, я хочу кое-что интересненькое вышить. В самом ближайшем времени, я надеюсь, обязательно вам покажу, что я вышила. Также у меня получается, это как подарок, сейчас вам покажу. Это такой отрез канвы, точнее равномерки, Мурана 32 каунта, цвет 779. Сейчас объясню, почему это подарок, что это за подарок такой. Я вам уже рассказывала в прошлом видео, что моя свекровь, мама моего мужа, под Новый год сломала ногу, и я на ее гипсе даже успела кое-что повышивать. Мы с ней поприкалывались, так интересненько повеселились. Так вот, она сломала ногу, не могла ходить по магазинам, выбирать нам какие-то подарки, естественно. Она нам подарила по 1000 рублей и сказала, что покупайте сами, что хотите. И мы решили с мужем придумать такой конкурс, можно сказать, или состязание, кто свою 1000 наиболее так потратит, запоминающееся, чтобы была память какая-то и удовольствие. В общем, кто самый лучший подарок себе приобретет. Муж решил купить нам игру, дуэльная игра настольная по «Звездным войнам». Мы теперь с ним играем и все время маму вспоминаем, что это ее подарок. А я себе решила купить отрез канвы и нитки анкор. Как раз на эту сумму у меня получилось это сделать. И я вам показывала тоже в прошлом видео, что я начала огромный такой проект «Дорога сказок», «Книга сказок» от Сода. Это совместный проект в Инстаграме, он идет. И так хорошо, что каждую неделю вот присылается небольшая схемка, ты вышиваешь небольшой кусочек. Так мне это нравится, то есть я получаю удовольствие каждую неделю. Ну и каждую неделю мы играем в игру, поэтому вот так вот мама нам подарила такой замечательный подарок. А тут осталось ровно половина от этого отреза, то есть я заказала там 100 на 70, да, и вот половину отрезала, у меня на тот процесс ушло, а половина вот осталась. И также я еще заказала равномерку, это я покупала в магазине Dimshop.ru, я частенько там покупаю уже давно, у меня там и скидка идет. В общем, заказала вот такую в горошек, тоже Мурана, 32 аккаунта. Вот такая вот классненькая, господи, я ее обожаю. Я хочу вышить подушку по схеме Светланы, я вам показывала, Светлана Май, как-то у нее ник. В общем, я ставлю схемку эту, которую я хочу вышить на ней. И купила еще вот такой тоже цвет.
Я сниму, покажу все как бы поближе при дневном свете. Мне уже моя подруга Оксана оверложила. То я переживала, что покупаю ткань, нет, где мне ее оверложить. Тут теперь уже и Залинка купила себе оверлок, и Оксана вот переехала в Краснодар недавно и оверложила мне всю мою новую равномерку. Продолжаю танцевать, точнее рассказывать вам о своих вышивальных покупках. Как-то так получается, что у меня опять покупки, которые в то же время и подарок. Как-то покупка-подарок, так получается. Расскажу сначала предысторию. Мне написала в Инстаграме девушка, ее зовут Юля. Она мне написала: «Оля, я очень давно твои видео смотрю. Они мне так нравятся, они мне так помогли, что я хочу тебя как-то отблагодарить. Дай мне свой счет в PayPal, и я тебе пришлю денежку». Я ей сказала, что у меня нет счета, у мужа есть, он там как-то пользуется, мы билеты в кино покупаем, там скидка, если PayPal оплачиваешь. Вот мы сегодня на Зверопой ходили, 130 рублей всего лишь билет, вообще круто так. Ладно, не буду танцевать. В общем, она мне написала, что пришли мне номер PayPal, и я тебе денежку пришлю. Я так удивилась, потом подумала, что ну ладно, пришлю ей этот счет, она мне выслала деньги, муж говорит: «Ого, 100 евро тебе целых прислали». И я говорю: «Ну надо же, так здорово». То есть до этого мне прислали мои зрители там подарки, книги, например, или там наборы по вышивке. И такая память от них остается. То есть книги, если то их подписывают, потом можно прочитать, как-то посмотреть. Наборы, например, вот Таня мне присылала набор, да, Dimensions, я его вышила, пока вышивала, ее вспоминала. И оформила, теперь эта работа будет у меня в комнате моей рукодельной. Ольга мне тоже присылала, другие девочки. В общем, я подумала, что просто деньги — это неинтересно, что я хочу как-то запомнить это. Я 3 дня ходила по таким впечатлениям, ну надо же, вот мои видео там про эзотерику, про книги помогли человеку, что я не зря это делаю. Да, мне там пишут комментарии, да, ну как-то комментарий — это комментарий, а когда человек вот прям взял, отблагодарил тебя так от души, я подумала, что я хочу это запомнить. Вначале я думала купить освещение, чтобы мои видео улучшились, но мы с мужем посмотрели там такие махины Пандуру, он мне сказал, что у нас и так тут книги с настолками, и вышивка выселяет из квартиры, она очень маленькая, куда нам еще такое освещение? Переедем, тогда подумаем об освещении, покупай, говорит, что-то другое. Я вот 2 дня думала, что же вот опять в игру играла. Как получить наибольшую радость от этих денег, как получить наибольшее удовольствие, да еще чтобы это запоминающееся было. И, конечно же, я решила купить набор для вышивки, чтобы вышить эту картину и во время вышивки вспоминать Юлю. И когда уже ее вышью, вышью для себя, повешу у себя в квартире. Это набор от Bodhi Thread, заказала с английского сайта Sail & Sew. Вообще, я в таком восторге от него. Я сейчас читаю Гарри Поттера, напоминает чем-то, да, тут эта магическая школа, как True Magic School, чем-то напоминает книги о Гарри Поттере, и я люблю книги Дианы Джонс, там, например, «Ведьмина неделя», там тоже волшебство, летание на метлах. В общем, буду и книжки вспоминать, пока буду вышивать, и Юлю вспоминать. Я хочу обязательно в этом году вышить. Сейчас я вышиваю наборчик от Dimensions, подарок. Когда я его довышиваю, хочу сразу же за этот набор взяться. Так что вот такой вот у меня подарок впечатления. Но это же еще не все. На оставшиеся деньги я еще купила 3 книги Майкла Паула. У меня уже есть такая книга, много что по ней вышивала. Я вам ставлю магнитики, которые я вышивала по этой книге. Открыточку я вышивала. И я решила для розыгрыша купить эти книги. Думаю, чтобы вроде как и от Юли, и в то же время и от меня кого-то еще порадовать. 2 книги я уже разыграла, правда, в Инстаграме. Если не подписаны еще на мой Инстаграм, подписывайтесь. Там тоже бывают розыгрыши провожу. Еще у меня 1 книжка есть. Давайте я в конце видео расскажу, потому что это еще не все подарочки. Будут еще подарки, розыгрыши. Вот такая книжка еще. Вот сюда ее кладу на розыгрыш. Также я заказала с этого тоже сайта закладки от Майкла Паула. Вы знаете, я обожаю этого дизайнера. Стараюсь его поддерживать. Несмотря на то, что некоторые его работы я вышиваю подбором. Ну, в смысле, в интернете схемы скачиваю и вышиваю. Да, у меня много ниток Анкор.
Ну, вот я решила поддержать его все-таки, заказала закладки. Вот эту закладку я хочу вышить моей подруге Оксане, той самой, которая мне конвейер ложила. Мы скоро вместе отправляемся в путешествие с семьями, то есть две семьи плюс Димина сестра поедем. Пока не скажу куда, когда мы туда поедем, я вам сразу все расскажу. В общем, мы будем вместе 2 недели в путешествии, я хочу вышить ей эту закладку в подарок. А вот эту вот закладочку я уже вышивала, сейчас я вам ее покажу, где-то она тут. Вот такая вот закладка, я ее вышивала, так надо запомнить, 2 билета в Индию, тут. Вот, я вам ее уже показывала, это была первая моя закладочка, которую я вышивала тоже по набору от Майкла Пауэлла. И я купила точно такой же наборчик, чтобы его разыграть сегодня. Но об этом опять же попозже расскажу. Еще у меня 3 набора. Из них один я хочу вышить себе, один мужу и один вышить кому-то из своих тоже зрителей, своих подписчиков. Вот этот муж выбрал. Тел или Тол. Наверное, Тол. Italian House. Причем итальянский дом. Он очень хочет в Италии побывать. И вообще как-то мне понравилась эта закладка. Эту я мужу вышью. Себе я хочу вот это вот вышить. Шато. Муж мне сказал, это шато. Тол шато. А вот эту хочу вышить тоже. И уже вышитую закладку разыграть среди моих подписчиков, которые не вышивают, но читают книги, которым бы понравилось пользоваться такой закладкой и от меня ее получить. Так что вот. Вот такое целое приключение придумала из денег, которые мне прислали в подарок. То есть я и себе что-то купила на память, и вот для розыгрыша, чтобы и вас порадовать, и себя порадовать, потому что я обожаю делать подарки, устраивать розыгрыши, разные книги разыгрываю, в Инстаграме разыгрываю, вышивку вот сейчас, да. Еще я купила... Ой, опять танцевать хочется. Это что такое, ноги прям в пляс идут, соседи что-то там стучат, а мне кажется, ритм барабаны отбивается. Хочу танцевать. Столько радости, хочется поделиться с вами еще одной удивительной историей. Это вообще муж мой давно не заходил в свой электронный кошелек WebMoney. Я своим часто пользуюсь, постоянно захожу, вывожу оттуда деньги. А он как-то давно сделал, аттестат получил, как-то настроил вывод с партнерских программ и забыл за него. Вообще туда не заходил какое-то время. И тут что-то ему голову стукнуло, он решил зайти и смотрит у него на кошельке. Потихоньку-потихоньку там от одной партнерской программы накапало тоже примерно что-то 100 евро, где-то 6 с чем-то тысяч рублей. И он говорит, ну вот, это же вообще подарок вселенной, надо заказать. Он себе книги хотел заказать, хотел 5 книг заказать, в итоге 10 книг заказал. И говорит мне, ну давай я с тобой поделюсь этими неожиданными деньгами, там каждую неделю ему что-то по 20, по 30 рублей приходило какое-то время, да, и вот набралась сумма такая. Выбирай, что хочешь. И он нашел сайт, там продаются книги от издательства «Азбука» на «Лабиринте». Сейчас они не продаются. Вот они, кстати, эти книжки. Я надеюсь, вам видно, в которой закладка лежала. И он там их заказал. И на этом же сайте MyShop, он называется, для вышивки есть кое-что. Там была акция «Нитки Анкор» по 38 рублей. Я заказала, значит, себе ниток этих на один дизайн. Я вставлю вам, какой дизайн я хочу вышить. Там 3 дизайна в одном, но я хочу 3 мини-картины сделать. Я же заказала 38 цветов анкора по 38, сейчас я посмотрю, почем, по 38, по-моему, рублей. Ну да, по 38 рублей, 38 аж, или 37 цветов я, в общем, заказала на эти проекты и просто себе в коллекцию. И они мне прислали каждую ниточку, представьте, каждую, в пакетике. Я прям не могу. And call me baby. Это вообще никогда такого не видела. 38, в общем, пакетиков. Муж мне помогал, их разрывал. Мы с ним КВН смотрели. Я вот перематывала, купила себе бобинки. Заказала на Алиэкспрессе бобинки. Вот такие вот белого цвета. Покажу вам тоже все поближе. Много там бобинок продается у разных продавцов, но мне вот хотелось просто белые бобинки купить, так как у меня есть пластиковые бобинки от Гамма, они разноцветные. Мне вот хотелось белые, чтобы чисто анкор на них
перемотать, ДМС уже пусть на этих цветных будет. И вот я заказала у продавца, оставлю ссылочку внизу, где я заказывала бобинки хорошего качества, хорошие такие бобинки, 300 штук я заказала, там за 100, что 100 с чем-то рублей всего лишь цена. И купила маркер Леонардо для CD, для DVD, что-то там рублей за 60, и, в общем, вот так вот перематываю, подписываю. Мне нравится, хотя бы прилично выглядит, чем на картонных у меня было бобинках. Купила еще один контейнер, еще не открывала его. Вот мы вчера только забрали эту посылочку. Тут еще картонные есть бобинки, оставлю их для остатков ниток. Вот такая ДМС, тоже там по акции 300 с чем-то рублей всего лишь была. Сейчас скажу, чтобы не сбрехать. 355 рублей. Я подумала, что это надо брать. Хорошая акция. И наклейки для этих же мулины я купила. Они, правда, что-то отклеиваются у меня, заразы. Ну, не знаю. Купила еще одну пачку. У меня уже одна была. Я с английского сайта заказывала. А тут 70 рублей. Думаю, что не взять. Вот. Оставлю ссылочку на этот сайт тоже. Не очень удобно у них служба доставки, мне не понравилось, очень далеко куда-то надо идти забирать, в какой-то пустоши находится. А так хороший магазин, там и книжки, и вышивка, и еще всяких разных штук много. Вот и все мои вышивальные покупки на сегодня. Давайте расскажу о розыгрыше. У меня есть 3 подарочка для вас. Это закладка от Майкла Паула, которую я вышивала своему мужу. Это самая первая закладка, которую я вышивала. Вот такая вот она у вас получится, когда вы ее вышьете. Тут в наборе идет фетр для задней части, кисточка. Ну, тут она уже такая замызганная, потрепанная, уже несколько лет все-таки этой закладочки. И уже вот тут истрепалась. Ну, у вас будет все новенькое. Вы можете ее себе вышить или кому-то подарок, так как тут сердечки. Потом отрез канвы, который у меня остался. Я покупала 100 на 70, да, а тут, получается, я половинку отрезала, 100 на 35 остался отрез Мурана 32-го каунта, цвет 779, вы можете вышить на нем тот же проект, что и я сейчас вышиваю, книга сказок от Сода, или придумать что-то еще, канва уже оверложена благодаря Оксане, да, моей подруге, поэтому вот, придумайте, что вы хотите на нем вышить, и можете получить ее от меня. И книга Майкла Паула с его дизайнами, тут 20 мини-дизайнов. Я вставлю странички из этой книги, какие тут схемки есть, я много уже отсюда вышивала. Вот, целых 3 приза у меня, вы можете принимать участие. Опять барабанный стук, вы понимаете, вот танцую, и все, соседи прям вот в танец меня зовут, стучат там что-то. Если вам все 3 подарочка нравятся, так и напишите, что участвую во всех 3 розыгрышах. Если какой-то там один нравится, например, книгу вы хотите, или только закладку, или только это, или только вот это, так и пишите, участвую в таком-то розыгрыше. Вы уже поняли, да? Для участия всего лишь нужно написать комментарий, но прежде поставьте лайк этому видео, а то мой муж переживает, что у меня мало лайков, говорит, что ты там снимаешь, никто тебя не лайкает. В общем, поставьте лайк, пусть будет много лайков, и напишите в комментарии, участвую в таком-то розыгрыше, и в этом же комментарии напишите о себе, давайте просто познакомимся. Если вы не хотите участвовать в розыгрыше, тоже просто напишите о себе, что вы вышиваете сейчас, откуда вы, какие вы проекты хотите начать вышивать. Если у вас есть YouTube-канал, и вы об этом и по всем уже рассказывали, оставьте ссылочку на свой YouTube-канал, пусть у вас будет много подписчиков. То есть давайте этот розыгрыш послужит нам поводом для более близкого знакомства. Я узнаю, кто мои видео смотрит, пообщаемся как-то о вышивке. Давайте будем делать это. Сегодня у нас 14-е видео, чуть позже размещу. Давайте до 20 марта будем это делать, общаться в комментариях. Потом я с помощью рандома выберу тех участников, которые получат эти призы, 3 этих приза, и вам отправлю их. Я думаю, что отправлю в любую точку мира, ну, ни в какое там, может быть, если только Зимбабве, может быть, не отправлю, а так Украина, Беларусь, пожалуйста, отправлю. Принимайте участие, я думаю, что несложно будет доставить мне вам такой подарочек маленький. Все. Жду ваших комментариев, если что, все условия еще есть и под видео, если вдруг я что-то пропустила или непонятно рассказала.
Все, до новых встреч. Пока-пока, мои дорогие.